In this video, you're going to hear an intercepted phone call from Belgorod region in Russia, and also I'll show you something else. But let's start with the interception first. Здорово, сэр. Разбудил. С этой войной заснешь, понял. Ну, тихо. Сереж, больше я поклялся перед пацаном, перед одним, своими детьми, понял. Больше я никуда не выйду, я клянусь. Я не хочу. Все, хорош. Ну это ж пишут. Никто. Вот в этот раз я никуда не уезжал, понял. Люди поехали там. Не, Сереж, раз отвечаю, отъезжал и то. А ну полностью, да, тишина. Так и, Серый, я ж заехать не смог. На красе они пускают. У меня собака, немец, овчарка. Мне его наехать, кормить, понимаешь? Мне до пи***ы, ну, пес, я его люблю. Заехать не могу. Я все равно заехал. Это урод. Стоит какой-то, понял? Патриот без номеров, перегорожено все, накрасило, понял? Говорит, у меня приказ области, говорит, никого не пускать. Я говорю, у меня дети дома, говорит, в смысле никого не пускать? Я говорю, еду, ну, домой, он говорит, мне говорит. Ебать, там лычек нету, понял, че сержантчик какая-то. Разговаривай проще, говорю, тебя далеко не придурок. Окно закрыл, направо накрасил, свернул и поехал, понял. Через Омно я заехал, но если ты знаешь эти пути, ты в курсе дела. Мне то через Ракитное люди говорят, какое Ракитное? Я через Ломное спустился, Антоновка объехал, до кучи и домой. Все. Конечно. Ну на легковой там не проедешь в машине. Here on the map you can see locations that that guy was talking about in the interception. As you can see, they're far from Shebokina in Belgorod, so there is a chance that something is going on there again. But it's weird that I haven't heard any news from there. So it's not clear yet why Russian soldiers don't allow civilians to go there. We'll see. Anyway, now I want to show you a very important video. It's a video with Strelkov Girkin, a Russian militarist, the guy who started a war in Donbass in 2014 and who recently was detained in Russia for criticizing Putin too much. That video that I'm gonna show you is very interesting because he actually predicted his imprisonment 9 months ago. So let's watch it together. Недавно я вывел в такую форму. Говорят о борьбе так называемой патриотической, так называемой либерально-олигархической группировок в окружении Путина, что они борются между собой. Вот я вот для себя вывел такую ситуацию. Если завтра, условно говоря, меня под белые рученьки за разглашение каких-то сверхсекретных тайн, которых я не знаю, отправят в места заключения, это значит, что победила либерально-олигархическая группировка в окружении Путина. Если завтра, наоборот, меня призывают хотя бы в ограниченном виде на военную службу, или хотя бы в ЧВК, или куда-либо еще, там способов достаточно много. Это значит, что победу одерживает, по крайней мере, патриотическая группировка. Условно, не условно, тем не менее. То есть та группировка, которая стоит за победу на Украине. А вот пока я болтаюсь промеж вот этих двух замечательных вариантов, это значит, что, как обычно, ни туда, ни сюда. Ждем, наблюдаем, смотрим. Смотрите на меня, условно говоря. Из этого делайте выводы. Посадят, значит, забывайте про победу в этой войне. Не посадят, отправят служить, значит, надежда на победу есть. Может быть, я слишком, конечно, пафосен и слишком высоко оцениваю свою роль, но и то, и другое действие являются логичными со стороны власти. А то, что ситуация, в которой я сейчас нахожусь, это нелогично. Просто нелогично. Ни в коей степени. Рано или поздно логика восторжествует, вопреки всему. Какая? Посмотрим. So, according to Girkin's prediction, Russia is going to lose, because it's not ready to listen to its radicals and the so-called patriots, to people who want Russia to prevail in Ukraine. Hopefully, Girkin was right and we'll see the fall of Russia. Anyway, thanks for watching. I'll see you soon and goodbye to y'all.